Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор топ-10 13 каталога Oriflame. Я оставила 10 закладочек на продуктах, которые я буду показывать, то есть на которых я буду фокусировать внимание клиентов, близких и партнеров из команды. Обычно я отмечаю продукты, которые либо по акции, новинка, классная скидка, интересная серия. И начну я, конечно, с интересной серии. Это новинка Wand. Потрясающая новинка, инновационная. Я слушала лекцию про составы, про то, как работает эта серия, и у меня возникло желание, что я тоже хочу. Однозначно я хочу себе очищающий бальзам для лица, потому что этот бальзам даже подходит для демакияжа глаз. Идеальный вариант брать с собой в дорогу, и будет в этом каталоге классное предложение при покупке любого продукта серии Wand на очищающий бальзам эффект преображения будет дополнительная скидка. Поэтому, конечно, я, наверное, возьму не один продукт, а по максимуму, сколько будет получаться. Я уже попробовала маску разогревающую. В этой серии будет две маски. Одна ночная, которую смывать не нужно, она аналогична маске серии Novage, которую я тоже, кстати, выделила в этом каталоге. Я попробовала разогревающую маску. У нее получается какой эффект? Наносишь, сначала такой жар, прям тепло, потом этот жар спадает, просто комфортное ощущение. Когда я смыла маску, у меня не было, ну, даже в процессе, когда я маску держала, какой-то стянутости, дискомфорта, просто было классно на самом деле. Когда я ее смыла, я по ощущениям, как будто вот кожа мягче, более гладкая, и поры меньше стали. Вот у меня такое было впечатление. И матовость, но при этом не сухость. Очень интересная маска. Я думаю, что эта серия просто вот взорвет всех, потому что это невероятно красивый дизайн, такой стильный, современный. Эти составы одобрены ассоциацией веган, то есть здесь знак веган есть. И что интересно, крем увлажняющий и гель, они не имеют SPF формулы, потому что многие девушки не любят средства с SPF, как бы они утяжеляют лицо, да, крема не такие вот впитывающиеся и так далее. То есть здесь и увлажнение, и питание, и при этом нет SPF, а SPF, если он нам нужен, мы его можем использовать как бы в других средствах, например, тональные средства, некоторые содержат SPF до 30, и этого прям вот достаточно. По-моему, даже у нас есть SPF 50 в одном тональном средстве. Так что я все хочу попробовать. Об этом мы будем говорить с моими близкими клиентами. Очень меня заинтересовал крем для кожи вокруг глаз, как он устроен, то есть там роликовые массажеры, и я думаю, что это будет просто мега приятное. Продукт и кремовый стик для век, то есть этот стик, который вот так вот включает глазки, то есть если, например, чувствуется какая-то усталость, сонливость, вот так прям стиком пройтись, и появляется такой вот как бы блеск под глазками, глаза включаются, и они выглядят все это свежее и моложе. В общем-то, все хочу. Все хочу. Вы как к этой серии отнеслись? Какие у вас впечатления? Рассказывайте тоже в комментариях. Я знаю, что многие попробовали, но мне... Я забыла код пробников указать. Когда делала второй заказ, уже пробников не было, а пока я больше заказ не делала. Так что я сама себя немножечко как профутболила, да, или как это называется, с пробниками, поэтому только маску пробовала. Следующий разворот – это целая серия Swedish Spa. Потрясающая серия. Кстати, почему-то я не вижу давно вот такого продукта в этой серии, а у меня вот в запасе есть, это мусс для душа. Ну, сейчас я его не наблюдаю, поэтому единственное могу сказать, что это просто вау-вау продукт. Что особенно люблю в этой серии? Обожаю мыло, оно приходит в такой вот картонной коробке. Вот такое вот мыло. Мне нравится аромат этой серии. То есть эта серия для тех, кто хочет устроить себе салон красоты в любую минуту и специально для этого не идти в салоны, а просто вот вечером захотели, хочу салон красоты. Набираете ванную, наливаете туда масло, погружаетесь в ванную, наносите потом скраб на тело, свечи обязательно зажечь, обязательно музыку приятную включить, полежать в ванной,
размокнуть, расслабиться. Потом вы берете большую банку скраб с имбирем, наносите на тело, да, все это растирается, разогревается, купаетесь, потом выходите из ванной, наносите на тело вот такое масло, крем для тела, очень густой продукт, очень густой, не буду открывать, потому что это у меня новый под заказ лежит, подруга никак не заберет. И вы открываете масло, наносите на тело, на влажную немного кожу, не вытирайтесь до конца, просто промокните кожу полотенцем и наносите это масло, потому что по влажной коже оно прекрасно скользит, меньше расход у него, она чудесно увлажняет, то есть это вот просто самое, наверное, мощное питание кожи, которое я пробовала. И на ночь наносите на руки, и, кстати, я и на ноги иногда наношу вот эту маску спа для рук, и ее смывать не нужно, то есть мы ее наносим густым слоем, впитывается все. Вот я каждый вечер делаю, каждый вечер у меня чудесная кожа на руках, особенно это заметно, когда взрослая кожа, то вот здесь вот появляются заломы, и кожа такая становится, ну, сухая. Этот крем, маска, вернее, эта маска просто, она разглаживает кожу идеально, напитывает. Поэтому я и руки, и ноги ей тоже мажу каждый день. И это дает крутой результат. Следующий разворот. Следующий, так далеко у меня улетел. Здесь у меня целый разворот. И мы будем говорить о серии, забыла пептиды достать, кстати, мы будем говорить о серии NovAge. NovAge — это крем скульптор для шеи и декольте, это мой любимчик, один из любимчиков, потому что шея, к сожалению, очень быстро стареет и выдает сразу возраст. То есть если лицо как-то вот нанесешь, особенно тональный крем, и сразу моложе на 8-10 лет, то есть лицо свежее, лицо сияющее, ровное, поэтому моментально сразу возраст улетает. А вот шея, ее не замажешь, да, можно шарфики, конечно, наматывать или водолазки носить, но хочется, чтобы сохранялась естественная красота. Поэтому крем-скульптор для шеи и декольте — это нереально крутой продукт, он у меня постоянно в использовании. Если только я пользуюсь пептидами, то я его убираю, то есть я пептиды наношу на все лицо и шею, тогда эффект тоже еще круче, то есть там моментальный эффект. Следующий продукт — это увлажняющая эссенция. Я знаю, что ей пользуются и мужчины, и женщины, потому что эссенция, она убирает вот это ощущение обезвоженности кожи, убирает сухость, шелушение, и эссенцию нужно наносить под сыворотку. То есть умылись, промокнули полотенчиком лицо, наносим эссенцию, даем ей впитаться. Потом сыворотка и крем, дневной или ночной. Потому что вот эссенции много не бывает. Она просто нереальная. И я знаю, что многие из вас ее обожают. И у меня в команде тоже любят этот продукт. И все время пишут: о, эссенция, моя любимая. И маска «Ночной уход». Вчера как раз ей пользовалась. Я частенько ей пользуюсь. Мне она очень нравится. Я постоянно ее заказываю. Я эту маску называю «Ночной любовник», потому что она так кожу меняет в лучшую сторону. Например, вчера я легла спать где-то около часу и что-то провозилось, то есть где-то до двух не спала. Вот представляете, у меня все мысли, а проснулась я в 7 утра, то есть по факту я спала 5 с небольшим часов всего-навсего. И вот результат. То есть я встаю, подхожу к зеркалу, думаю, сейчас, наверное, будет ужас. Ну, под глазами чуть-чуть были припухлости от недосыпа, но они, мне кажется, даже остались. Все-таки нужно спать. А вот лицо вот тут, оно такое свежее, такое напитанное, да, вот все разглажено, щечки розовенькие. Так работает маска. То есть она как будто бы вот стирает следы усталости, и ее можно использовать особенно в дороге, если вы едете в какое-то путешествие, перелеты, недосыпы, то есть усталость, вот эта смена часовых поясов, то вот эта маска, она как палочка-выручалочка. Так что пишите, если пользуетесь, любите этот продукт, оставляйте тоже свой отзыв. Мы всегда смотрим отзывы наших коллег, партнеров. Так, расскажу про
пептиды. Я просто забыла достать, у меня запечатанная пачка лежит. Вот так выглядят 7 ампул. Что такое пептиды? Вернее, как они работают, я вам скажу. Пептиды нужно использовать курсом. То есть вы берете 7 ампул, одну ампулу скрываете утром, половинку наносите на все лицо, очищенное лицо и шею, даете впитаться и сразу наносите крем. То есть сыворотка в этом случае не нужна. Вечером делаете то же самое. Умылись, хорошо очистили кожу, нанесли на сухую чистую кожу пептиды, то есть половинку ампулы использовали, дали впитаться, сверху ночной крем. Что делает этот продукт Novage Procuticals? Это просто нереальная сыворотка с пептидами. Она убирает дряблость и дает тонус кожи. То есть лицо просто вот собирается, подпрыгивает. У меня эффект был с одной ампулы. Когда я первый раз получила этот продукт, сразу начала им пользоваться. Мне было жутко интересно посмотреть продукт, который с быстрым эффектом. Потому что мне присылали сыворотку с ретинолом, сыворотку с АХА-кислотами, что-то еще. И вот как раз пептиды. Я думаю, попробую то, что быстро. Утром встала, и у меня сразу даже вот по ощущениям, вот здесь вот, ну, шея как бы более такая вот тонкая, и дряблость появляется вот в этой ямочке. И вот эти местечки, ну, как бы вы знаете, да, девочки, кто уже в таком вот возрасте, наверное, 40 плюс, уже, да, 35 даже плюс, уже ощущают вот эти изменения кожи. Я утром подхожу к зеркалу, мне же интересно посмотреть, я такая... А кожа на ощупь другая. И вот тут вот эта дряблость ушла. Я обожаю этот продукт, поэтому вот всем рекомендую. У меня сколько девчонок, моих подружек заказывали, клиенты. Вот все в восторге. Просто в восторге. И она здесь будет по хорошей цене в этом каталоге. Поэтому налетаем, разбираем. Слушайте, я решила, что вот это нам нужно всем. Сделаю тут закладку. У кого еще нет? У меня, например, нет диффузора. Я его очень давно хочу. И я буду его заказывать еще и потому, что я выполнила акцию. И мне придут 4 масла, которые как раз я буду капать в этот диффузор, и весь дом будет благоухать приятными ароматами. Потому что масла у нас просто нереальные. Вот, ну, просто нереальные. И, конечно, диффузор нужен, потому что просто как бы использовать... У меня есть, конечно, вот аромалампа, которую там свечку ставишь, зажигаешь, водичку наливаешь, капаешь маслице, но это все равно не то. Вот нет вот этого вот эффекта распространения по всему дому. Как бы нужно с этой аромалампой бегать по всему дому, а хочется именно диффузор, потому что он именно так вот масло преображает и распыляет. Очень хочу, поэтому буду заказывать. О, следующий разворотик, это одна из моих любимец серия, называется пряный цитрус. Мы как бы шутили, называли пьяный цитрус, но на самом деле действительно продукт просто мега крутой. Кто-то у меня жужжит где-то. Это мыло. Мыло у меня еще осталось. Заказывала зимой, по-моему, было оно как-то у нас в каталоге. И крем. Аромат Нового года. Вот так я скажу. Если вы любите такие пряные немножечко ароматы, чтобы они вот согревали. Знаете, что напоминает? Глинтвейн. Вот. То есть по ощущениям. То есть когда глинтвейн пьешь, то сразу согреваешься. И вот от этого аромата, от этого продукта просто сходишь с ума. Сейчас я открою упаковку и вам покажу, как это выглядит. Мыло как ручной работы, оно прозрачное. То есть я сейчас смотрю на лампу, и я вижу вот эти вкрапления, такие зернышки, то есть оно еще и с отшелушивающим эффектом. И это просто как в разрезе апельсин выглядит. Цитрус, он и есть цитрус. Это наслаждение. Для меня это просто самый вкусный аромат, который только был в мыло. Еще мне очень нравился яблоко и корица. Его давно тоже не вижу, но у меня, кстати, есть в запасе. А это был последний кусочек, поэтому я обязательно закажу эту серию себе. И крем мне тоже очень нравится. Следующая страничка – это аромат, который я забыла взять. Забыла взять, показать вам, чтобы... Ну, сейчас исправим. Лерусь! Дай, пожалуйста, аромат Love Potion Secrets. Спасибо.
Итак, вот как выглядит этот аромат. Заканчивается, кстати, это намек, что надо повторить. Вот этот аромат, во-первых, как красиво выглядит дизайн флакона, мне очень нравится. Но и сам аромат, он гурманский. Здесь восточный, аромат восточный, ванильный, фруктовый, белая клубника, белые цветы, белый шоколад. То есть все белое, белое, сексуальное, дерзкое, звонкое. Очень, очень вкусно, очень. У меня дочка больше всего любит этот аромат, всегда ей заказываю и сама иногда у нее тоже беру, пользуюсь. Но все-таки, на мой взгляд, этот аромат более девичий, нежели женский. И он больше подходит, конечно, для молодых девушек. Но он шикарный. А вообще, на самом деле, нужно брать тот аромат, который вам откликается. То есть, если вы пробуете аромат и вы в нем чувствуете себя так, как вы хотите, в каком-то аромате, да, я чувствую себя королевой, там, с другом очень сексуальной, да, такой любовницей. А в третьем аромате у меня такая, вот, знаете, как строгость какая-то, собранность. Например, этот аромат Pose Secrets, он меня просто вот так собирает. Это мой прям бизнесовый аромат. Я когда работаю, знаю, что у меня сегодня будет день такой вот серьезный, загруженный, нужно снимать ролики по бизнесу, разговаривать с людьми, там планерки и так далее, то я беру Love Potion Secrets и, ой, не Love Potion, а Pose Secrets. И вот он меня так отстраивает. Поэтому всегда заказывайте пробники. Код пробника 314-94. И вы подегустируете его, посмотрите, как с вашим телом этот аромат дружит, не дружит, и после этого только заказывайте. Я всегда говорю, никогда не заказывайте просто аромат по отзыву. Кто-то вам отставил отзыв или, да, Донскову послушали, такие, ой, надо брать. Ну, а вдруг вам не подойдет, потому что то, что нравится мне, не факт, что понравится вам. Есть люди, которые пишут, Лили, у нас с тобой вкусы абсолютно одинаковые. И тогда да, тогда можно брать смело. А вот если вы не знаете, совпадают у нас вкусы или нет, то только через пробник. И вот мы дошли до акции. До акции дошли как раз. Я смотрю, сколько у меня продуктов еще осталось. И что мы здесь видим на этом развороте? У нас даже два разворота к этой акции относятся. Первое. При условии, если вы в 12-м каталоге делали заказ на 1000 рублей и в 13-м делаете на 1000, то есть 2 по 1000, то в 13-м каталоге, в нем же, вы выбираете какой-то один продукт. Это может быть капсулы для лица, вот я вам сейчас покажу, у меня тут как раз мешочки, я отложила, чтобы с собой взять дорогу. Вот такие капсулки, рыбки, то есть нужно очистить кожу, отломить этот хвостик и нанести на кожу это маслице, потом сверху крем. Далее, скидки очень хорошие, всего 1099, а если есть еще дисконт 20%, то значит еще минус 20%. Просто прекрасно. А если дисконта нет, оформляйте дисконт. Ссылка под этим видео будет. Далее, астаксантин. Это просто моя любовь. Да, это вот, как я говорю, омега-3 это золото, а это наше черное золото. Но он не черного цвета, астаксантин. Ну, такой темный. Это наше золото, комплекс. Астаксантин, экстракт черники. То есть это для здоровья, для иммунитета. Всегда пью. Одну капсулку каждый день. И еще один разворот. Здесь у нас идет набор со сливой и миррой. Серия Essence & Co. У меня из этой серии сейчас есть как раз лосьон с лимоном и вербеной. Один как раз остался. И я ждала, когда выйдет эта серия. Я обожаю все сливовые ароматы, потому что у нас серия Feel Good. Есть как раз вот гель для душа и аромат такой вот сливовый, я его очень люблю и думаю, что этот мне тоже безумно понравится. К сожалению, нет ароматизированной странички в каталоге. Чем эта серия интересна? То, что в состав входят натуральные эфирные масла. И если мы говорим, что это, например, жидкое мыло для рук и тела, то есть можно руки мыть и купаться, то когда купаешься, ну, это нереальное ощущение на коже. Очищение хорошее и увлажнение, то есть мне не сушат эти продукты, а лосьон, он просто невероятный, то есть он так легко впитывается, а при этом классно питает. То есть обычно я думаю, чтобы напитать кожу, надо вот прям вот такой густой-густой какой-то крем, как вот эта маска. На самом деле здесь очень хорошее питание, при этом оно такое
деликатная, нет липкости, впитываемость очень хорошая, обожаю. У меня все были серии, которые выходили в линейке Essence & Co, и мне они все очень нравились. Есть некоторые какие-то более резкие, есть, кстати, вот с жасмином у нас была серия, просто обожала ее, постоянно заказывала себе лосьон и мыло. Вот с розой было, мне не очень понравилось, я не очень люблю чистый аромат розы, мне нравится, когда он где-то в замесах идет. Но я думаю, что сливовый будет просто, просто великолепный. Вот моя рекомендация. И здесь мы сможем взять по спеццене набор за 849 рублей всего. Вопрос. А если я не сделала заказ в предыдущем каталоге или не сделал на 1000 рублей, то что же, акция недоступна? Все окей. Просто вам нужно в 13 каталоге сделать заказ на 2000. И тогда эти же скидки будут для вас действовать. Представляете, как удобно, потому что, может быть, вы новичок, только присоединяетесь к компании Oriflame, и вы просто должны понимать, что компания всегда думает обо всех. И последняя страничка, я ее практически всегда выбираю тоже закладочкой. Здесь у нас серия для интимной гигиены, это один из моих сейчас любимейших крем-гелей, мне очень нравится эффект, такое увлажнение, смягчение. И крем уже заканчивается, поэтому точно буду заказывать, даже, наверное, парочку возьму, потому что и дочка пользуется, и я. А этот крем тоже для интимных зон, очень хороший, рекомендую. Вот такой вот у меня выбор. Конечно, в каталоге много всего классного, есть прекрасные предложения на серию гели для душа, серия Discover, есть очень много предложений по декоративной косметике. Мне кажется, впервые в истории топов я не отметила ничего из декоративной косметики, потому что я посмотрела, так, тушь только была по очень хорошей цене, здесь даже более дорогая помада, да, мы все только понабрали тоже, как бы, не, ну вот почему-то так рука взяла. Я не знаю, хотя здесь есть ультрафикс, акции на эти помады, и я знаю, что их все очень любят. Это матовая стойкая помада, которая действительно и по цветовой гамме очень разнообразная, палитра такая шикарная. И, конечно, она и на губах прекрасно лежит, она не сушит губы так вот сильно, как обычно сухие, да, матовые стойкие помады. Много всего классного, конечно, в каталоге, да, слюни текут, но почему-то вот так вот получилось. Только сейчас заметила, что я ничего не выбрала из декоративной косметики, хотя вот эти туши тоже многие любят, такие вот бомбочки, но tremendous, но у меня клиенты их не заказывают, у меня все с силиконовыми кисточками, я всех перевела на тушь 5 в 1 или тушь гипнотик, потому что вот кто ее один раз пробует, влюбляется в эту тушь и уже потом как бы все время заказывает. Конечно, патчи мои любимые с киви, здесь есть и маски, и масла Элио. В общем-то, каталог прекрасный, есть чем работать. И я не знаю, кто может устоять и вообще что-то не заказать себе из каталога, потому что вся эта продукция, она быстро заканчивается, особенно средства гигиены, все, что касается мытья, купания и так далее, да, все это быстро-быстро заканчивается, и постоянно приходится все обновлять. Я вас благодарю за внимание, буду рада вашим комментариям и вашим топам, что вы выбрали, и совпадают у нас вкусы, предпочтения в этот раз или нет. Пишите. Всего вам доброго, отличного каталога. Пока-пока.